Большая производительность за небольшие деньги. Сегодня рассмотрим видеокарту Sapphire Nitro Plus RX 5500 XT. Начнем с комплекта. Видеокарта и документация. Теперь к устройству. По размерам карточка не скромничает. 2,2 слота и длина 257 мм. Во включенном состоянии карточка выглядит сдержанно. Однако на верхней грани и в центре вентиляторов установлена подсветка. Диаметр каждого из кулеров 95 мм. На правом торце видим 4 видеовыхода, 2 HDMI и 2 DisplayPort. Перейдем к характеристикам. Базовая частота графического процессора 1737 МГц, а в режиме Boost 1845 МГц. Видеопамяти 8 ГБ GDDR6. Что касается производительности, эта карточка создана для игры в Full HD разрешении на высоких настройках. Например, в Metro Exodus получим в среднем 60 кадров, а в GTA 5 на Ultra карточка выдает 80 кадров в секунду. Что в итоге? Это доступная видеокарта для комфортной игры в Full HD разрешении. Не во всех играх получится вытянуть настройки на Ultra, но если вы не гонитесь за самой совершенной графикой, то и нет смысла переплачивать.